Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. На защите границ сегодня в стране отметили День пограничных войск. Культурное наследие. В каком состоянии находятся исторические объекты в Чувашии? Безопасность и качество. Как реализуется нацпроект в регионе? Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел в Москве заседание подгруппы рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению туризм, физическая культура и спорт. Данная подгруппа занимается подготовкой материалов и докладов к заседанию Госсовета России. Участники обсудили проблемы нехватки кадров в области детского спорта, необходимость повышения зарплаты тренеров, направления, в которых должен развиваться школьный спорт и другие вопросы. Михаил Игнатьев – руководитель подгруппы. И не случайно. Наша республика регулярно входит в тройку лучших регионов по развитию физкультуры и спорта. Все выработанные сегодня отношения отразят в докладе, который представит президенту страны Владимиру Путину. Подробнее в завтрашнем выпуске. Нет никаких проблем. И сегодня же в Москве Михаил Игнатьев поздравил с Днем пограничника тех, кто защищает и защищал рубежи страны. Встреча прошла в полномочном представительстве Чувашской республики при президенте России. И сегодня гостеприимное представительство на самом деле приняло в гости многих легенд пограничных войск, людей, которые прошли войну. Людей, которые командовали кругами, у которых боевые награды, почти все из них прошли в Афганистан. И сегодня они здесь. Приглашенные поблагодарили главу за работу по патриотическому воспитанию молодежи, которая проводится в республике. И в частности, окружном кадетском корпусе. Эти люди, отметил Михаил Игнатьев, всю жизнь служат Отечеству, обеспечивают целостность, безопасность, стабильность. А в Чебоксарах центром торжеств стал Лакреевский парк, где чествовали кадровых офицеров и ветеранов службы. Подробности в следующем сериале. Пограничной службе Михаил Русланович Егоров отдал более 30 лет. Среди его наград и знак отличия за задержание преступников. Это было задержание уголовного преступника, который совершил преступление на территории Румынии. Это уже Советского Союза не было. Внезапно он не успел даже достать огнестрельное оружие. В общем, нормально, как и должно быть. Тут походило и в Молдавии, где я, в общем-то, закончил службу погранвойсках в Молдавии, Кишиневский погранотряд. Закончил я эту службу в 1993 году. И переехал в Нижегородскую область, где меня приняли, зачислили на службу в органы госбезопасности. До службы в органах госбезопасности постоянные командировки. С границы на границу. Говорит, что готов поставить памятник жене за ее терпение. Вера Егорова называет себя боевой подругой подполковника. Не успевали раскладывать вещи иногда. А бывало, что нам на сборы давали только 6 часов. Вот представляете, собрать вещи домашние за 6 часов. В 12 собираем, в 6 утра машина на контейнер повезет. Иногда уходил надолго в поисковые. Вот нарушители, когда начинают искать, они уходили в поисковые группы. И по трое суток души не было. Приходили все, вот представляете, запах болотом, по болотам искали, везде ходили. Отмывали и дальше на службу. Юрий Петухов защищал рубежи страны на высокогорной заставе. Часовым приходилось передвигаться на лошадях. У каждого свой конь. У меня плюс собака была. Это длинный фланг был, 12,5. Там все время спускаешься вниз, потом обратно подниматься в жару. Чем вниз спускаешься, тем жарче. Днем жарко, в горах. Летом жарко, а ночью прохладно. Приказы выполнял. Как говорится, врагов не допустили. Горжусь то, что я там служил. Все, можно сказать, 2,5 года. Топтал эту границу днем и ночью. Ну,
Народ спас спокойно, когда мы там были. Пограничное братство республики объединяет сотни человек. Ветераны службы на своих примерах воспитывают патриотов. Ну, не забыть свою историю и друг другу, и помочь, и молодежь воспитать, помогать, в школах проводить. Проводим, да, мы ночь в Псарске проводим. Пограничной службе сегодня 101 год. И вот уже 10 лет, как погранвойска полностью перешли на контрактную основу. Границы страны охраняют не призывники, а профессионалы, среди которых и военнослужащие чувашии. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. В республике в нормативное состояние должны привести более 50% трасс. В Чебоксарской агломерации 85 – это планы на 6-летний срок. Как в регионе будут реализовывать приоритетный национальный проект, рассказали в Министерстве транспорта и Волго-Вятском управлении дорог. Подробности далее. В республике начинается активная пора ремонта трасс. До середины июня муниципалитеты должны определить подрядчиков. Объем дорожного фонда в этом году превышает 5 миллиардов рублей. Но и фронт работ большой. В нормативное состояние необходимо привести свыше 170 километров региональной и местной сети. Дорожные работы будут выполняться на 101 объекте местных дорогах. Программа дорожных работ на местной сети автодорог сформирована. Какие плановые показатели мы здесь ожидаем по показателю увеличения доли автомобильных дорог регионального значения соответствующим нормативным требованиям. По 2019 году планируем наш показатель достичь 44,1%. Основными видами работ у нас будут это капитальный ремонт, так как основная сеть дорог, опорная региональная сеть дорог была сформирована в 80-е годы. Продолжаются и работы на федеральных трассах. Объем капитального ремонта более 40 километров на Ульяновском и Казанском направлениях. Приоритетный план Волго-Вятского управления дорог и проблемный участок в Ядринском районе. Это строительство эстакады к мосту через реку Сура. И вы знаете, что это очень проблемный долгострой. Поэтому в этом году у нас основные работы приходятся на этот год. Конечно, задача перед нами Росавтодор, и мы ставим задачу в этом году его завершить и пустить движение по этой эстакаде. Но пока основные работы идут, это, и вы знаете, это километр 6 километров, это 637-643 километры. Это в Чебоксарской республике. Ну, мостовики сейчас приступили к устройству мональной железобетонной плиты, которая объединяет балки пролетных строительных сооружений. Также ведется работа по монтажу балок. В долгосрочном плане Волго-Вятского управления дорог реконструкция моста через реку Сура. Начались работы по проектированию. Начало строительства – это 2021-2024 года. Достаточно тоже большой объем. И я думаю, что с этим строительством этого моста у нас картина республики, наверное, кардинально поменяется. Новые методы строительства и ремонта дорог – еще одна приоритетная задача национального проекта. Мы приглашаем и будем приглашать обязательно специалистов. Это и научно-исследовательские институты, и институты, которые действуют у нас на территории Чувашской республики. Специалисты рассчитывают, что качественные дороги помогут до минимума снизить в ближайшее время и количество ДТП. Здесь много факторов, которые зависят не только от нас. Какие мы с вами дороги не делали, какое покрытие соответствующее. Здесь, конечно, и культура соответствует и пешеходов, и участников дорожного движения соответствующих. Поэтому в этом направлении мы тоже должны работать. И если культура вождения в головах, то заставить соблюдать правила дорожного движения еще можно попытаться. Так, в республике должно увеличиться количество комплексов фиксации нарушений. По статистике, там, где работают видеокамеры, количество ДТП сведено к нулю. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Сгнившие перекрытия и разрушенная лепнина – все, что осталось от былого великолепия. Именно в таком состоянии нередко находятся памятники культуры по всей стране. Во время медиафорума Общероссийского народного фронта Владимир Путин отметил, что необходимо провести ревизию таких объектов. А затем, цитирую, принять решения, которые позволяли бы и делали более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование. О том, как обстоят дела в столице Чувашии, Ольга Пырочкина. Когда-то величественный Дом Советов на площади Ленина. Сейчас он известен как Старый Дом Правительства на площади Республики. Уже несколько лет здание, где когда-то принимались судьбоносные для Республики решения, работали руководители региона, заседали Верховный, а затем Государственный Совет Чувашской Республики, пустует. Фасады с первыми в Чебоксарах элементами классицизма ветшают. Дело в том, что перекрытия в здании 1940 года постройки деревянные, а по современным противопожарным правилам должны быть бетонными –
Чтобы это исправить, в 2013 году здание закрыли на реконструкцию. 73-й федеральный закон гласит о том, что статья 14, я даже могу процитировать его, что объекты культурного наследия, независимо от категории, они сохраняются, выделяются средства на их сохранение только собственникам. А собственником является правительство Чувашской Республики. Объект очень большой и требует значительных финансовых вложений. Таких средств, конечно же, у республики долгое время не было. Долгое время не было, но к 550-летию Чебоксар, судя по всему, нашлись. Сейчас проект реконструкции проходит культурно-историческую экспертизу. Начать работы должны в следующем году. Здание 1890-х годов постройки на бульваре купцов Ефремовых повезло меньше. В 19 веке сами купцы построили его под хлебопекарню. В советское время здесь располагался рабочий клуб, дом инженерно-технических работников, дом пионеров и октябрят. В 2000-х филиал Московского гуманитарно-экономического института. Сейчас изнутри, сквозь сетку, за которой надежно скрыт фасад, виден туристический центр столицы – Чебоксарский Арбат. Объект, находящийся на центре города, по главной улице, по сути дела, то и по той, которая у нас, ворота нашего города являются, но недопустимо в таком неприемлемом состоянии находиться. 12 лет назад, чтобы приспособить историческое здание под музей, республика передала его в собственность городу. С тех пор город пытается найти инвесторов. В 2014 году здесь произошел пожар, и основные конструктивные элементы, они обрушились. На сегодняшний день проекта так такового нет. Передано это для уставных целей акционерного общества государственного управления капитального строительства города Чебоксара. Буквально месяц назад они обратились в Минкультуру Чувашии, чтобы провести инструментально-техническое обследование. Мы, конечно же, разрешили. Так или иначе, юбилей столицы здания встретят за баннером. Инвестора предстоит найти и для бывшего кинотеатра «Родина», что не так просто. К тем, кто решает вложиться в подобное здание, серьезные требования. Основное – точно восстановить исторический облик, что зачастую дороже, чем построить новый объект. Сделать восстановление и использование таких зданий выгодным – такую задачу поставил Владимир Путин во время пленарного заседания медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Решить ее предстоит правительству и экспертам на федеральном уровне. Но перед региональными штабами ОНФ пока стоит задача провести экспресс-мониторинг объектов. Его результаты регионы представят уже завтра, 29 мая, на Всероссийском экспертном совещании. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика. До 14 июня продлен срок приема документов на соискание ежемесячных государственных стипендий для выдающихся деятелей литературы и искусства Чувашии. Директор Национального музея, член комиссии по назначению государственных стипендий Ирина Меньшикова напомнила, кто может стать соискателем. Документы могут подавать организации, творческие союзы, это могут сделать коллективы творческие, это могут сделать трудовые коллективы или какие-то общественные организации на активных выдающихся деятелей литературы и искусства. Это могут быть актеры-исполнители, это могут быть художники разных категорий, скульпторы, допустим, да, живописцы, это могут быть и поэты-писатели, то есть все, кто работает в сфере искусства и литературы, эти документы могут подать. К творческим деятелям в области музыкального искусства это тоже относится. Документы можно подавать в Министерство культуры, в отдел профессионального искусства и народного творчества. Принимаются они с 10 до 5 часов, то есть это время работы Министерства культуры. Более подробную информацию со списком документов, которые необходимо подготовить, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры. В Чувашии обнаружены клещи с вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике. С 16 по 23 мая зарегистрировано 113 обращений по поводу клещей. Больше половины обратившихся – жители Чебоксар. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии обследованы 564 насекомых. В 5 клещах определены возбудители клещевого вирусного энцефалита. В 14 – возбудители иксодового клещевого боррелиоза. В 15 – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека. В качестве мер предосторожности специалисты предлагают одевать на природу соответствующую одежду, не приносить домой растений, цветы, сорванные на улице, проверять домашних питомцев и использовать специальные репелленты.
Как известно, без воды ни туды, ни сюдым. Однако совсем недавно, каких-то 100 лет назад, чебоксарцы вынуждены были добывать воду из колодцев и рек Чебоксарки и Кайбулки. Централизованный водопровод появился в городе 90 лет назад. Вопрос о строительстве водопровода в Чебоксарах встал в первые же годы чувашской автономии. Санитарные врачи в один голос твердили: качество воды, которую используют жители, очень плохое. Городские реки собирают всю грязь и нечистоты. Надо отдать должное тогдашним властям. Дело в долгий ящик откладывать не стали. Проект водопровода заказали московскому инженеру Сенькину. 3 года понадобилось на строительство, и в мае 1929 года в столице республики появилось центральное водоснабжение и колонки. В то время он представлял всего 1500 кубических метров в сутки и был протяженность 5,6 километра. Сегодня я вам назвал протяженность сетей 660 километров водопроводных сетей и 630 километров канализационных. Это почти 2 раза в Москву, да? Водоводы туда, канализация обратно. Вот такая протяженность магистральных всех сетей, квартальных, находится у нас в городе под землей. Сегодня, спустя 90 лет, водоканал услуги водоснабжения считает миллионами кубометров. Естественно, что большое хозяйство требует больших вложений. Много сил и средств уходит на поддержание старых коммуникаций в рабочем состоянии. На водоводах в северо-западном и юго-западном жилых массивах проводится санация. Выглядит это примерно так. Заправляется шланг, по которому подается раствор, для которой впоследствии с помощью специальной головки набрызгивается на поверхность трубы. Это дает нам защиту от коррозии металла, продлевает срок службы трубы, предполагает, что на 50 лет. Процедура санации не только продлевает срок службы водоводов. Качество воды улучшается, то есть нет соприкосновения со стальными трубами, со сталью, с железом. Уменьшение аварийных ситуаций, так как трубопроводы старые, то есть практически изношены. Данный вид позволяет как бы создать дополнительную внутреннюю, так скажем, рубашку на трубах. То, что защищает как бы от коррозии дальнейшей. В перспективе санированы будут и водоводы в других районах Чебоксар. Локальная акция в поддержку чтения в микрорайоне столицы, именуемом ХБК, энтузиасты знакомили чебоксарцев с русской и зарубежной классикой. Любите ли вы читать? Вопрос, который явно озадачил жителей, случайно оказавшихся в районе Дворца культуры имени Хузангая. Кто-то вспомнил несколько фамилий писателей, кто-то откровенно признался, что не читает вообще. Но студенток историко-филологического факультета ЧГПУ это не смутило. Они активные участницы молодежной площадки под названием ХБК. Аббревиатура расшифровывается просто «Хочу быть культурным». На маленьком столике несколько рядов книг, завернутых в бумагу. На бумаге несколько предложений. Книга-загадка. Суть заключается в том, что мы за ответы на наши вопросы по литературе дарим участникам нашей акции книгу, которая обернута в бумагу. На бумаге написана краткая аннотация. А может быть, это Шекспир, Ромео и Джульетта? Нет. Под бумагой сказки о добре и зле, о любви и ненависти, хороший приключенческий роман, лирика души и сердца. Выбор не маленький и для взрослых, и для детей. И пусть авторов угадали немногие, энтузиасты чтения не отчаиваются. Они с удовольствием задавали наводящие вопросы, рассказывали содержание и дарили книги. Ведь желание быть культурным стало главным посылом акции, организованной при поддержке столичного объединения библиотек. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.